вы видите, здесь слоган у нас такой. Один диплом дает сразу три квалификации. Сейчас я попробую вам раскрыть секрет, что это значит на самом деле. Выпускники кафедры логистики и экономической информатики, так полностью называется наша кафедра, получая один диплом степени бакалавра технологии, имеет сразу три квалификации. Первый – это технолог, второй – логист, третий – это управленец, организатор. Вот здесь вот сидят студентки нашего третьего курса. В прошлом семестре мы с ними проходили серьезную инновационную программу по анализу и определение технологий различных там производств. В этом семестре они делают проект, который включает в себя разработку технологий. В каждой там подгруппе выделена определенная технология, которую они изучают. Это будущие технологии. Дальше с этой технологией они берут и разрабатывают схему, логистическую цепь поставок от сырья до конечного потребителя. Это они уже логисты. А дальше, до конца этого года, мы должны будем с ними пройти такие методы, которые позволили бы управленческими методами достичь совершенствования этой технологии как в логистике, так и в технике. То есть получается, что они здесь осваивают специальность как раз и управленцев технологий. Как Елена Павловна сказала, руководитель нашей кафедры – это Валерий Павлович Мишалков, заведующий кафедрой ЛОГЭКИ, так это сокращенно называется, член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат премии президента, лауреат премии правительства России в области науки и техники, почетный работник высшего профессионального образования. Здесь его обращение к вам, будущим студентам и, соответственно, к родителям будущих студентов. Стоит отметить, что после того, как вы закончите нашу кафедру, перед вами открывается широкий диапазон престижных мест работы, которые здесь перечислены. Международные контакты кафедры, Генуэзский университет, Венгрия, Великобритания. Кстати, Валерий Павлович сегодня не пришел, именно потому что он сегодня возвращается из Лондона. Сегодня, чтобы завтра приступить к лекциям, потому что его будут студенты. Образовательная деятельность кафедры направления энергии и ресурсов, сберегающих процессы химической технологии, нефти, химии и биотехнологии. И второй профиль – энергоресурсов, сберегающих химические производства. Перечислить основные дисциплины современные, те дисциплины, которые несколько лет назад, они еще не были в программе обучения, то есть кафедры находятся на передовой позиции. Я не буду подробно это, конечно, читать, вы запишите электронную почту, которую я специально для вас организовал. Целинков, это моя фамилия, собака, Рангер-Кор. На эту почту я вышлю вам вот эту презентацию, вы ее подробно изучите. Здесь же я хочу сказать, что сначала, конечно, вы становитесь бакалавром, потом вы начинаете учиться в магистратуре по специальности, которая здесь написана. Дальше те, кто действительно успешно заканчивает магистратуру и проявляет интерес к учебе, переходит в аспирантуру. Надо сказать, что авторитет Валерия Павловича настолько высок, что к нему обращаются и профессора, и заслуженные деятели там, науки, которые находятся практически во всех странах СНГ. Это его ученики. Они с благодарностью вспоминают годы обучения Валерия Павловича. Сейчас пользуются его, так сказать, информацией от него и соответствующим образом участвуют в научной деятельности нашей кафедры. Вы видите партнеров нашей кафедры, это и институты Российской академии наук, и университеты, и производственные компании, концерны, ведущие концерны нашей страны. Я заканчиваю свое короткое выступление и приглашаю всех вас подробнее ознакомиться с этой презентацией, отправить мне запрос и приходить к нам.